заливали воду всех проезжающих мимо машин. До этого нам удалось починить патрубок при помощи плоскогубец, которые нам тоже оставили проезжающие мимо гонщики. Помню бы, кто теперь. Потом 40 километров мы ехали, наверное, 200. И мы примчались в самую последнюю минуту. Дополнительного времени. Это когда нас еще не снимают. Как вообще гонка? Какие ощущения? Вот такие ощущения. Вот такие, по всей гонке, да? Да. Жарко и пыльно. Жарко и пыльно. Нам надо доехать до финиша и сделать это.